зов. Скарб своих земных пожиток, среди них самым тяжелым был вопрос, всего один, зато какой, как жить мне. С ним несопоставимо, и весь мир, что приготовлен на дрова, все люди, проходящие все мимо. Я на него ответ не мог списать, и за меня никто не мог решить мне, и ни друзья, и ни отец, ни мать, не развалившие страну события. Там ответа, и я не знал, что есть всего один, кто ждал на перекрестье тьмы света. Да.